Уважаемые коллеги, имплантаты Бека-Симадос Германия на сегодняшний день являются лучшими. По трем причинам. Первое – это безупречное немецкое качество изготовления продукции. Второе – это дизайн имплантата. Различного рода конусы и цилиндр позволяют очень точно и правильно установить имплантат в полости рта. Третье – это соединение абатмента и имплантата. Уникальность Бека составляет в том, что мы имеем конус под 45 градусов и шестигранник. Зазор на конусе составляет 0 микрон, а на шестиграннике на данный момент не более 15, хотя допустимая величина 25 микрон. Что это значит? Это значит, если зазорность составляет больше 25 микрон, появляется микродвижение и возникает так называемое понятие насоса. То есть микродвижение абатмента создает определенные условия для того, чтобы пища попадала между шестигранником и имплантатом. Соответственно, формируется определенная флора, которая ведет к атрофии альвеолярного отростка. Почему мы подчас не видим быстрой атрофии? Потому что процессы идут медленно, но через 3 года все становится очевидно. И некоторым пациентам приходится работы переделывать. Поэтому мы сетуем за качество. Пользуйтесь качественным имплантатом, и тогда у вас будет успешен весь ваш лечебный процесс.